В центре нашего внимания последние 5 лет были крупные и серьезные дела по подозрению в должностных преступлениях в отношении более 250 тысяч чиновников, возбуждены уголовные дела и начато предварительное расследование. Это на 16,4% больше, чем в предыдущие пятилетия. В результате государству возмещен ущерб на общую сумму свыше 55 миллиардов юаней. После 18-го съезда Компартии Китая под руководством ЦК КПК органы прокуратуры возбудили уголовные дела и начали предварительное расследование в отношении 120 бывших кадровых работников провинциального министерского уровня и выше. С 2013 по 2017 год органы прокуратуры Китая санкционировали арест более 4,5 миллионов подозреваемых в уголовных преступлениях, начато судебное преследование свыше 7 миллионов человек. С октября 2014 года из 42 стран регионов мира принудительно или по собственному желанию в Китай возвращены 222 беглых чиновника. 35 из них входят в так называемый «красный циркуляр». Это 100 самых разыскиваемых китайскими властями лиц, подозревающихся в коррупции. Вместе с тем, по 18 делам были поданы апелляционные представления, предписано их повторное рассмотрение. Впоследствии приговоры по этим делам были пересмотрены, все обвиняемые оправданы. Вместе с тем укрепляется сотрудничество с органами прокуратуры других государств. В 2017 году Китай успешно провел 22-ю конференцию Международной ассоциации прокуроров. Верховная народная прокуратура КНР также подписала 145 двусторонних соглашений с судебными органами в 95 странах и регионах мира.